полиция Марта в Волжске, недалеко от железнодорожных путей, подростками были обнаружены тела мертвых собак со следами насильственной смерти. Эта информация появилась в социальных сетях города, что вызвало беспокойство среди волжан. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками ИМО МВД России Волжский был выявлен факт, в котором сообщалось о том, что на железнодорожных путях между улицами Советская и улица Папанина города Волжска лежат мертвые собаки. В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группы были обследованы участок железнодорожных путей и близлежащая территория. Каких-либо посторонних предметов, которые могли быть связаны со смертью животных, обнаружено не было. Для выяснения и установления причин смерти трупы животных направили на экспертизу. Посмертно было выявлено, что на трупе травмирована часть позвоночного столба в области шеи, нанесена травма, и отсутствует часть позвонка. Каких-либо признаков насильственной смерти в плане применения насильственных действий к собаке не обнаружено. Собака, скорее всего, умерла мгновенно от какого-то механического воздействия. Исходя из заключения судебно-ветеринарной экспертизы, сотрудниками полиции сделан вывод, что собаки попали под движущийся поезд, что и стало причиной их смерти. Надо заметить, что весной у собак начинается так называемый брачный сезон. В этот период у них проявляется неадекватное поведение, которое притупляет инстинкты самосохранения. Однако, несмотря на все вышеизложенные факты, выяснение обстоятельств происшествия продолжается. Анастасия Федотова, Евгений Бережной, Антон Макаревич, Волжск 24.